Привет, народ! Ну что, на реке Алдан нахожусь, ветрено, слышно, не знаю. Вот. Воды много нынче. Вот. Сегодня первый день, едем. Хотелось бы доехать сегодня, как говорится, к ужину. Посмотрим, дорога разная. Вот. Пока вот так вот. Вот доехали до нулевого. Вот ласточка моя. Вот, ребята, нулевая. Там Магадан. А там тополя. За этими горами еду. На этом. Вот так вот. Ну что, на заднем фоне горы. Горы. Куча гор, только горы. Дорога пока ничего. Вот. Идет активная оттайка. Снег был в прошлой неделе. Воды много. Как и на Алдане. Туристы фотосессию устраивают. Вот так вот. Ну, недавно был дождь. Вот. И вот поэтому пыли нету. А так потихоньку едем. Круче гор, только горы. Вот ласточка моя. Ну что, мужики, приехали мы. На речке водная. Где-то полчасика прошло. Разгрузка. Палатка уже затоплена. Вот. Вот костерок. Вот два туриста. Вот. И перед нами вот такой вид. Ребята, горы, воздух горный. И если прислушаться, слышите, это не ветер, это ручеек. Вот, все замокло. Мокрый был снег. Сейчас с помощью якутского ножа сделал куску. Там тоже. Ну, вот стоянка для дальнобойщиков. И тут маленькая деревня. Я боюсь в ту сторону еще пойти. Там по карте видать брошенные гулаки. Вот. Так что не очень охота там идти. Вообще, как известно, дорога на костях. Вот. И возле чуть-чуть окраешку дороги. Не на дороге, а вот немножко есть. Там решили остановиться. Вон избушка брошенная. Такой вот зеркально чистый. И мусор. Я долго думал, какую палатку приобрести. Вот. И остановился на этом.
Вот мой тигрик. Имеется лицензия. Рекомендую, ребят. 7. Установил за 30 секунд. Точно. Так, печка пшхонка. Одна затопка. Минус 40. Хватает за ночь. Спокойно. И рекомендую эту кровать. Думаете, как хотите. Но это очень хорошая кровать. Три вида было. Так, 60, 75 и 80. Ну, самые широкие, так как человек не маленького веса и роста. Там 2 метра и 80. Приобрел именно эту. Так, ну, насчет палатки. Сначала уже, как пришел, это у меня не остановилось. Вот поэтому сжег я, немножко ремонтировал. Вот, асбеста. Ну, как всегда, после того случая. Заранее никак не могли. Вот, спешки были. 4 форточки. Окошко. Ну, эксплуатирую 3-й год. Вот. 3-й год. И осенью, поздней осенью был. И зимой. Особенно без пола отлично. Пол убираешь прямо на льду. Прорубь тут заранее делаешь и накатываешь палатку. И сидя на этих, на этом кровати, мыли желудок, потроха, жеребятины. Вот, вообще все отлично, никакого ветра, печку топили, все. Буквально там часик, за час 3 желудка потроха сахатова, этого жеребятины помыли до чистоты, до применения сразу прям. Вот. Так что рекомендую всем. Вес нелегкий, но по габаритам относительно легкий. Трехслойная. Вот. Но лонг самый большой. Узенький был, но не хотел. Так как народу у нас немало. Так что рекомендую такую палатку, ребят. Вот, ребята, машинка оставил. На старом мосту, на самой верхушке, написали заветные слова. Вот, Урал приехал, вещи туда перебросили. Надеюсь, местные добросовестные люди. Будем надеяться. Будем очень надеяться. Два заветные метры. Третьи сутки преодолеваю эту дорогу, да. Большой, небольшой, широкий, неглубокий промежуток. Наконец-то Афанасий Димич приехал. И тут оказывается очень глубоко. Наконец-то же будем охотиться. Едем.
Пушкина. Нифига завала, а? Ага.